Данная конференция – это, по сути, начало диалога по Ближнему Востоку в новом формате, в формате малых этноконфессиональных групп. Какова была идея конференции? Начнем с этого. Основная идея конференции состояла в том, чтобы запустить ближневосточный диалог в новом формате, в формате малых этноконфессиональных групп. Что мы, собственно, сделали, я считаю, это удалось. Наш проект ведет работу также с регионом Российского Северного Кавказа, с регионом Закавказья, и представители этих групп народов тоже либо уже приняли участие в нашем сегодняшнем мероприятии, либо примут участие в дальнейших мероприятиях. Да, сформирована первая экспертная группа, будет сформирована еще по меньшей мере 3 таких групп. Они будут различны как по составу участников, так и различны по тематике своей работы и по специфике своей работы. Я считаю, что начало удачное, будем продолжать, и я уверен, что результатом нашего проекта станет возникновение нового, комфортного для его участников формата диалога по Ближнему Востоку, диалога малых этнических и этнорелигиозных групп, обмена опытом. И я надеюсь, что наш проект будет расширен и на государства Средней Азии и на Евразию. Спасибо. А в чем актуальность конференции для России современной? Актуальность состоит в том, что, по сути, идет война. Россия присутствует в этом регионе, Россия присутствует в регионе военной силы, и в то же время она выполняет функцию миротворца, совершенно традиционно для России манере сочетания военного присутствия с работой со всеми, без исключения, группами. Как группами, собственно, расположенных на самом Ближнем Востоке, как работе на местах, так и работе на внешних площадках. Одной из таких площадок и является наш проект.